первых же дней сентября месяца 24-25 градусов до сих пор держится в наших квартирах. Почему дома так жарко? Именно с таким вопросом пришли главе города жители дома Мира 17. С начала отопительного сезона температура в их квартирах доходит до 25 градусов. На просьбы убавить управляющая компания не реагирует, поэтому решили обратиться за помощью к главе. Речь, я считаю, должна идти о том, чтобы выйти на следующий год с понятными правилами, с четким пониманием того, как новый отопительный сезон будем жить и работать. Потому что этот уже практически заканчивается. Вы правильно говорите, что если эта разница действительно связана с этим, почему мы должны платить больше? Да? Уникальность нашего кафе состоит в том, что мы проводим интерактивные театральные представления для детей, которые имеют воспитательные направления. А вот предложение Светланы Чехиревой главу заинтересовало. Речь идет о расширении одного из детских кафе. Проект дорогостоящий, поэтому предприниматели попросили у главы о помощи с земельным участком. Айдар Мечин идею поддержал и пообещал помочь с новой площадкой. В целом мы за. Теперь вопрос к вам. Чтобы у вас была готовность и финансовая, и все остальные составляющие. Мы землю дадим. Это нужное направление, но еще раз обращаю внимание, разрешение, согласование мы будем давать именно на этот вид деятельности. Обращались нижнекамцы с разными проблемами, начиная от вопросов экологии до незаконного бизнеса. Мишин выслушал каждого. Для решения некоторых вопросов дал поручение структурным подразделениям и взял под личный контроль. Обратиться со своими вопросами главе города может каждый. Для этого нужно позвонить по телефону 39 17 17 и записаться на прием. Регина Сулейманова, Рафаэль Акипов, Новости НТР.